В Нижнем Тагиле и пригородном районе насчитали 874 лица без определенного места жительства. Работу по социализации бездомных обсудили на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике городской думы. В минувшем году 18 лицам помогли сделать паспорт, оплатили фотографирование. Социальные реабилитационные центры регулярно проводят мероприятия. Реальная возможность контролировать поведение лиц категории БМШ отсутствует, так как какие-либо обязанности на данную категорию граждан не налагаются. К сожалению, нельзя заставить человека жить нормально, если он сам этого не хочет. Число преступлений, совершенное бездомными за прошлый год, незначительное. Всего 14 из почти 6 тысяч зарегистрированных в Нижнем Тагиле.